Тур. Поехали. Здравия, дорогие друзья. С вами снова Ярослав Мудрый-Воронцов и Академия успеха на позитивной войне вместе с тренинговым центром Green Mind Training Center. Мы помогаем вам стать успешным в семье, бизнесе, в обществе и духовности. Сегодня я нахожусь на берегу Днепра, прекрасное место, и вот Атухан. И хочу ответить на один из вопросов наших постоянных клиентов, которые помогут вам также один ответ на очень важный вопрос здоровья. Вопрос касается, насколько полезно плавание как вид спорта. Я недавно уже записывал аудио, может быть, несколько месяцев назад, и буквально 2 дня назад, находясь здесь на берегу Днепра, я видел плавающего человека. Оказалось, мастер спорта по триатлону, который проплыл свободно 4000 метров, четверочку. И у меня родилась такая идея: давай-ка я спрошу этого человека, что он думает по этому поводу, насколько полезно плавание как вид спорта таковой. И, в общем-то, вопросы, которые беспокоят меня по поводу плавания, я сам занимался плаванием длительное время, в дополнение к моему основному виду спорта бокс. Это была часть нашего УФП подготовки регулярной, также как расслабление после активных подготовок к соревнованиям. И каким-то образом меня недавно осенило, наверное, где-то года 2 назад, о том, что плавание не совсем здоровый вид спорта для человека. И в чем суть, в принципе? А суть в том, что как мы дышим во время дыхания. Во время дыхания, вы знаете, во время плавания мы дышим, язык совсем загорается. Во время плавания мы дышим ртом. И поскольку дыхание ртом является аварийным дыханием, и в этом есть вся проблема плавания как вида спорта. Которым развивает здоровье. И суть-то, в общем-то, в чем суть, чем вредно дышать ртом. Давайте рассмотрим, значит, дыхание носом и дыхание ртом. Чем оно отличается? Так, когда мы дышим носом, значит, у нас воздух увлажняется, очищается, согревается, ионизируется. Это как минимум. Также дыхание идет через 2 ноздри, левая и правая, которые, соответственно, отвечают за женскую и мужскую энергию, и тем самым мы заряжаем, как действительно, метафорически сравнить это с двигателем внутреннего сгорания, с топливной смесью, которая дается более насыщенным правильным качеством. Что, в общем-то, нам и нужно. То есть топливо – это наш прана, который мы вдыхаем. Она заряжается, получает дополнительные характеристики, дополнительные качества, когда мы дышим носом. Okay? Когда же мы дышим ртом, мы не получаем вот этого очищения, воздух не увлажняется, не согревается таким образом, каким он сразу попадает в глотку, а не проходит где только согревание, когда идет лобные пазухи, носовые пазухи, гаммеры пазухи, лобные пазухи, носовые пазухи, когда мы дышим носом. И вот это вот основной негатив, который я вижу в том, когда мы дышим ртом или мы дышим носом. Также еще один момент, который пришел ко мне позавчера, разговаривая с этим человеком, в том, что получается, когда мы дышим ртом, это как бы гипервентиляция происходит. Но не совсем гипервентиляция, потому что в воздухе достаточно много, в легких во время нагрузки надо достаточно много углекислых газов, которые нужно вводить. Гипервентиляция, может быть, не происходит, но эффект такой, что, не знаю, как он научно правильно называется, когда
я знаю, что по себе, и также это подтверждено другими пловцами. Когда после плавания ты выходишь на берег, есть ощущение покачивания, голова кружится. То есть, ну вот, у меня такое ощущение, как это на медитативных практиках, скажем, динамическая медитация, когда, или там холодок на дыхание начало, когда ты активно дышишь ртом, okay? И, по сути дела, в общем-то, ну, я не знаю, какое влияние на организм это длительное, учитывая, что спортсмены, пловцы тренируются каждый день минимум по 2 часа, и у них как минимум персонала там 2-3 тренировки в день, okay? Я не знаю, насколько это эффективно, насколько это правильно, насколько это хорошо для здоровья. Мои ощущения, что это не есть хорошо. Если вас интересует, вы об этом узнаете, скажите нам, чтобы мы знали об этом тоже. Но мои глубокие ощущения, что это есть неправильно, это абсолютно неправильно. Вообще, все, что я здесь говорю, вы знаете всегда, я говорю свои мнения, свои мысли, исходя из своего опыта, своего понимания вещей, которых я обещаю. И моя главная задача, поскольку я не есть профессор, я не есть истина последней инстанции, моя задача просто make you aware, сделать вас осознанными вот в том вопросе, который мы обсуждаем. И если это вам откликается, то вы можете найти, соответственно, больше информации на интернете, источниках других, и подтвердить, либо наоборот опровергнуть мое видение этой ситуации. Буду очень рад, если вы найдете какую-то дополняющую информацию, либо опровергающую то, что я говорил в своих видео, и это будет здорово, это поможет нам расширить знания, которые еще на своем канале. Итак, подведем итоги какие пользы плавание как вида спорта. Значит, мое понимание, что негатив в том, что дыша ртом, мы воздух. Воздух, который мы вдыхаем, прана, она не есть качественная, такая она получается во время дыхания. Второе, происходит ощущение типа гипервентиляции, типа как при активном дыхании, что, мне кажется, тоже не есть хорошо. Теперь это мы рассматривали только эту часть, это при условии, если вы плаваете на открытом воздухе, и вам очень повезло, на речке, на открытых подъемах, супер. Вот это эта часть негативная. Теперь давайте посмотрим другую негативную часть, которая намного усиливается после того, когда мы плаваем в бассейне, когда мы плаваем в бассейне. А в бассейне вы знаете, что происходит. Вода хлорированная, она обработана хлоркой, которая используется для обеззараживания воды. И как вы знаете, хлор сидит внизу над водой, и пловец, который дышит, как плавает, он как раз вдыхает эти пары воздуха, насыщенные хлором. И так, представьте себе, сколько часов это происходит. 2 часа в день, да, минимум тренировочка у профессионала происходит. И считай 5-6 дней в неделю. Как подумать об этом? Это просто трава, это просто яд. От такого вида спорта больше вреда. Если же вам повезло, вы можете плавать в бассейне, где обрабатывается вода не хлоркой, а серебром. Супер, вы счастливый человек, и тогда у вас вред остается только тот, который я сказал ранее. В том, что вы дышите ртом, и, в общем-то, ваша воздушная смесь, она, в общем-то, обедненная увлажненностью, не очищенная, не согретая, не ионизированная. И проходит через тот канал. Вот, пожалуй, что я хотел сказать по этому поводу. Что можно добавить позитивного плавания, конечно? Я считаю, что его можно использовать в качестве, ну, какой-то экстренной меры, какое-то лекарство, какие-то важные такие процедуры, которые не могут помочь другим. Невозможно помочь другим способом. Например, реабилитация. Ну, это не есть плавание, да, ты воду не погружаешь, воду ты можешь дышать носом при этом,
Или же, да, кстати, можно этим, скажем, использовать плавание как вид нагрузки. В том случае, если плавать брасом, голова постоянно вверху. То есть, когда ты можешь дышать носом. То есть, при этом волны нет, что ты не в море, что волна захлёстывает, я тебе все равно придется дышать ртом. Но на гладкой поверхности можно дышать носом. Вот я это практикую, то есть плаваю брасом, голова наверху, и я дышу при этом носом. Мое тело находится в невесомости, плавная нагрузка, и, в общем-то, и я правильно дышу. Вот, вот таким образом я выкрутился из этой ситуации. Что мне понравилось, что я, в общем-то, отношусь к этому осознанно, я задумался над этим, сделал выводы и принял решение, которое я вам уже сообщил. А какое решение примете вы, это уже ваше решение. И вы за него отвечаете. Окей? Что хорошего мне сказал в процессе общения с, вот, с мастером спорта по триатлону, что он, ну, как бы я услышал от него, хочу вам озвучить, возможно, да, он тоже откликнется, что хорошего, как можно сказать, позитивно вот на плавание, хотя даже приходится дышать ртом. Скажем, он сказал, что я с ним согласен, что, в общем-то, слушай, ну, я хорошо подышу там час, ртом, допустим, пускай будет неправильно, но при этом я выработаю выносливость, скажем, умение задерживать дыхание и так далее. Да, то есть развиваю кардиореспираторную систему. И, в общем-то, я согласен, действительно, да, если, скажем, это не так много, и это на открытом воздухе, я не дышу в бассейне, не дышу плоткой, то, может быть, оно и варто того, я кажу, да, может, оно и стоит того. Скажем, что часливо плаваю, но, скажем, да, неправильно дышу целый час, но при этом я получаю хорошее качество выносливости, кардиореспираторную систему развиваю. Возможно и так. А здесь у меня все равно возникает сомнение, а лучший ли это способ развивать выносливость? Может быть, все-таки найти что-то другое? Не знаю, та же гребля на байдарке, если мы находимся уже на открытом водоеме, гребля на байдарке, на каное, на ялах, на чем угодно. То есть какие-то другие виды спорта, которые, где можно нормально дышать и развивать выносливость. Окей? Как спорт. То есть как спорт плавание, конечно, я не вижу, потому что здесь очень большие идут нагрузки. Чисто для физических упражнений, вот плавать головой, как я сказал, сверху. Но как вид спорта, хотя раньше я был очень большим поклонником плавания и сам постоянно плавал, плаваю. Но вот новое понимание того, что это неправильное дыхание, меня очень абсолютно отвернуло от плавания. Посмотрите его как вид ОФП, развитие для, скажем, детей. Или кому-либо я бы это рекомендовал, абсолютно нет. Okay. Поэтому плавание можно использовать только как реабилитация, какие-то срочные методики для лечения, каких-то важных процессов нужно что-то сделать вот в таком виде, которое оно есть, когда мы дышим ртом. Но используя как постоянную физическую нагрузку для развития выносливости, абсолютно, я считаю, неправильно. И еще, если уж говорить, скажем, о той же выносливости, вот, да, возвращаясь, скажем, аргумент против вот слов, которые вы сказали, что можно часто потерпеть, подышать, скажем, неправильно, ради того, чтобы развить выносливость. И я согласился с ним, а потом у меня возник вопрос. Окей, а вот ту ли я выносливость вырабатываю, дыша ртом, который мне пригодится в жизни, та ли это выносливость? Ведь зависит от того, какая идет горючая смесь, образно говоря, да, дыхательная смесь, которая входит в мои легкие и в мой организм, она дает разные результаты. И мы в своей жизни обычно мы дышим носом, мы должны дышать носом. Кто не дышит, ребята, напомните, что нужно дышать носом. Бегайте, вы прыгайте, какие вы упражнения делаете, нужно дышать носом. Вы развиваете силу мышц дыхательной системы, плюс вы правильно делаете дыхать, а вы подготавливаете правильную воздушную смесь, или горючую смесь на языке водителей. Поэтому, совершая дыхание ртом, ну вот ту ли выносливость я развиваю, нужна ли мне такая выносливость в жизни? В жизни мне такая выносливость нужна, и не нужно дышать ртом.
трубкой, потому мало того, что это неэффективно, это очень неправильно, это вызывает разные заболевания, когда мы дышим, люди, которые дышат ртом в повседневной жизни, у них, как правило, возникает проблема с носоглоткой, гамма в глазах заставится и возникает воспаление. Okay, потому что воздух должен циркулировать по дыхательным каналам черепа. Носовые каналы, гайморы пазухи, лобные пазухи. Okay. Вот, пожалуй, так, то, что я хотел сказать в этом видео. Давайте подведем итоги. Итак, мы сказали о том, что рассмотрели в нашем видео вопросы о пользе и вреде плавания. Польза плавания. Или начнем с вреда плавания, среда, но закончим позитивчиком. Значит, вред. То, что мы при плавании обычном дышим неправильно, дышим ртом. Первое. Второе, особенно если мы плаваем в закрытом помещении, где бассейн напичкан хлоркой, мы при этом еще вдыхаем хлор, что очень является ядовитым для нашего организма. Очень, вред очень большой. Я уж не говорю там о влиянии хлора там, на глаза и так далее. То есть это куча разных проблем с этим. И надо, может, добавить также, и находясь в воде часами, которая пропитана хлоркой, мы дышим, организм впитывает влагу через кожу, это 80% воды, скажем, воздуха, который поступает в нас, и впитывание всего того, что приходит в окружающей среде. То есть вся эта хлорка, она впитывается через кожу в организм тоже, то есть идет отравление. Okay. Следующий. Ну, если я говорю, вам повезло, что у вас вода обрабатывается серебром, а не хлоркой, замечательно. Но дыхание, вред дыхания ртом все равно остается. Это вред, так? И плюс гипервентиляция, которая происходит при вот активном дыхании ртом тоже. Но еще до конца не изучено, но в любом случае она вредна. И, в общем-то, я для себя уже решил, и мне нет необходимости это изучать. Если кого-то это интересует больше, you're welcome to learn more. Изучите это больше, поделитесь с нами, и мы будем знать также это. Возможно, что-то вы знаете лучше и новее. Будем вам благодарны. Замечательно. Вот, пожалуй, все. Жителей позитив, что вырабатывает, чем нужно плавание. Давайте плавание разведем как на вид спорта и как просто, скажем, физические упражнения для жителей. Для любителей значит, плавание очень хорошо, если мы будем продолжать дышать носом, плавая стилем типа брас, голова наверху, не погружая воду, нос в воду, постоянно находится наверху голова. Также плавание очень полезно тем, что организм, тело находится в состоянии невесомости. И при этом очень хорошо для реабилитации, у кого есть травмы физические, суставы, также восстановление мышечной системы. Быстрее происходит процесс восстановления организма, поскольку вода является состоянием невесомости. И быстрее происходит обменный процесс. И заживление суставов, у кого не травмированы. Okay? Конечно же, воду надо использовать для того, чтобы научить людей, детей не бояться воды, поскольку мы соприкасаемся с водой в разных местах и должны уметь все-таки плавать, оказать помощь себе и другим в этом случае. Okay. Ну и чем еще хороша, конечно, плавание, что, в общем-то, нагрузка, вот именно мышечная нагрузка таковая, она идет равномерно, нет каких-то большого стресса. Для организма нет большого стресса в плане того, что какие-то мышцы перегружаются очень сильно. То есть плавание все идет равномерно, и я считаю, что вообще плавание как нагрузка физическая, наверное, она самая гармоничная для тела. Самая гармоничная и самая менее травматичная. Но вот этот негатив, который связан с дыханием, он, конечно, все перечеркивает. Если же вы останетесь вот, выполнять физические нагрузки, при этом дышите носом, как мы уже говорили, то это замечательно. Вы можете плавать брасом, голова наверху, либо же тоже досточка. Досточку держите в руке, и голова вверху, и, скажем так, тяжело. Там, да, досточка перед руками, и работайте ножками. Ну, тогда, правда, руки работать не будут. Окей? Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о плавании. Об этом вопросе. Надеюсь, вопрос закрыт. Если у кого-то будет комментарий, ребята, пожалуйста, пишите комментарии. Будем вам рады. И если вы хотите, чтобы наш канал продолжал выставлять для вас бесплатные видео на самые разные темы,
А пожалуйста, подписывайтесь, и если вы поднимаете видео лайк, оно идет вверх, значит, у нас есть стимул для того, чтобы выпустить для вас еще одно новое видео. Закон обмена энергии никто не отменял. Если вам понравилось видео или не понравилось, давайте комментарии. Мы сделаем лучше. Если понравилось, замечательно, мы родим еще подобные темы. Окей? Ну вот, пожалуйста, все. С вами был Ярослав Мудрый Воронцов и Академия Успеха на позитивной волне. Тренинговый центр Green Mind Training Center. Мы помогаем вам стать успешными в семье, в обществе, в бизнесе и духовности. И, конечно, друзья, как всегда, я должен пожелать вам любви. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется к вам из столицы. Намасте.